Звуками музыки и хорошим настроением встречали гостей на рынке «Лагуна». Акцию помощи многодетным и малообеспеченным семьям в преддверии начала учебного года здесь проводят уже не один год. Правда, в этот раз формат мероприятия был немного изменен. В «Добрую миссию», авторами которой уже не один год становится Брестское представительство Белорусского союза женщин и администрация рынка, включилась еще одна новая категория тех, кто нуждается в особом внимании и помощи – отцы, воспитывающие самостоятельно своих детей. Мы акцию проводим традиционно уже около 5 лет. Но идея эта была у Олега Голоса, общественное объединение «Наследие». И он собирал всех отцов, которые воспитывают сами детей в нашем городе. И мне приятно, что территориальный центр Московского района оказал нам в этом помощь, чтобы их сегодня пригласить. Канцелярские товары, школьная форма и, конечно же, внимание, которое было оказано в этот раз отцам-одиночкам, были как нельзя кстати в последние теплые августовские дни. Уже совсем скоро мальчики и девочки сядут за парты, чтобы вновь постигать азы новых наук. Мы проводим такую акцию «Соберем портфель в школу», а сегодня эта акция особенная. Мы пригласили одиноких отцов, которые воспитывают своих детей. Как-то привычно, когда женщина одна остается и воспитывает своих детей, но когда один отец воспитывает детей, это заслуживает большого уважения. В Ленинском представительстве объединения «Белая Русь» подарки принимали школьники из разных учреждений района. В преддверии нового учебного года они получили памятные открытки и сертификаты на покупку необходимых канцтоваров и принадлежностей к школе. Акция «Готовимся к школе вместе» – это одна из многих акций, проводимых в целом по стране общественным объединением «Белая Русь». Мы поздравляем детей, мы вручаем им ценные подарки, связанные с 1 сентября. Подарок был неожиданным, я даже не знала, что нам подарят. Мне казалось, это будет какая-нибудь вещь. Но когда я увидела сертификат, мне было очень приятно, потому что сразу возникли какие-то идеи, куда потратить это. Ну, посмотрим, походим по магазину, может что-то и приглядится. Уже совсем скоро за окном начнет опадать листва, а школьники отправятся на свой первый урок в любимые школы, гимназии и лицеи. Впереди их ждут новые открытия и новые победы на пути к Олимпу знаний.